Челябинский автомобилист попал за решетку на 7 суток за глухую тонировку стекол. На Копейском шоссе сотрудники ГИБДД остановили иномарку с затемненными стеклами. Стражи порядка произвели замеры специальным аппаратом, зафиксировали нарушение и предложили шоферу снять пленку самому. На законное требование сотрудников полиции о снятии тонировки со стекол гражданин ответил отказом, в результате чего в соответствии со статьей 19.3 Кодекса административных правонарушений данный гражданин был сопровожден в суд Ленинского района города Челябинска. Мужчину доставили в суд Ленинского района. И тут выяснилось, у него есть неоплаченные штрафы. Являетесь злостным уже нарушителем Кодекса об административных правонарушениях. В итоге за нарушение и неповиновение сотрудникам полиции мужчину привлекли к административной ответственности. Из зала суда его отправили в СИЗО. За езду с тонировкой в камере он проведет 7 суток.